Продолжаем смотреть сериал «Замбеты». В принципе, неплохой сериал. Не думайте, то, что мне прям он вообще не нравится. Нет, тоже прикольный замут. И второй сезон куда серьезней стал. Вот, так что не думайте, что я только гоню на этот сериал. Нет, на самом деле есть хорошие вещи в нем тоже. Продолжаем смотреть. Так, старые друзья, значит, все встретились. Тиля, ты чё, нас не узнаешь, что ли? Я ж тебя год искал! Да, Тиля, это же я, Рус, ты чё? Тиля, это же мы, ты чё, нас не можешь узнать? Хорошо, братан, почему они тебя называют Тиля? Твои настоящие метели, что ли? Ты чё, долбоеб, что ли? Нет. Какой тебе Тиль ещё? Или чё, сука, я на Тилю похож, что ли? Нет. А мне же видно, что моё настоящее имя Самедна. Ты чё, блядь? Всё, успокойся. Тиля, чё, охренел, что ли? Может, уже нас отпустишь, блядь? Отбило, походу, ему память. Да, в натуре. Братан, успокойся. Сука! Ты чё творишь? Эй, Тима. Тима, как ты? Тима. Этих всех отведите к остальным рабам. А с тёлками отдыхайте. Всё, братан. Это, походу, какой-то заброшенный горный курорт. Я сейчас не понял. У них что, Тиля главное получается? Ну да, смотри, все электричество на генераторе. Кругом все бухают. Не хватает только жопастой зомбихи. Что, девчонок-то не забрали? Или вот они за ними? И где остальные рабы? Большой брат пощадил вас. Он сказал, что не будет их убивать. Он не будет вас убивать. Радуйтесь! Пока что. Он считает, что вы еще нам понадобитесь. А нам понадобятся тёлки. Забирайте её. А мне нравятся такие? А я бы не советовал. У неё там целый букет. Чё? Чё? Ну вы чё, не поняли, что ли? У меня Кент как-то раз к ней залетал, и после этого у него с краника текло, как с Ниагарского водопада. Короче, заразная девчонка. Давайте вот эту. У нее вроде жопа норм. Ну, у тебя тоже вроде жопа норм. Может, тебя? Нельзя ее. Это, у нее тоже это. Этот. Что? Ссылка на. Ну, заебись. Забираем ее. Эй, не трогайте ее. Вот этот тип класс. Трогать его. Не трогайте его. А чё? Оставьте их всех на Колизей. Колизей! Суки мои косучи. Уходим. Там сказал, что можно брать. Я в порядке, Так. Рус, спасибо, конечно, но давай в следующий раз я сама. Молодец, что заступился за нее. А она красивая. Да. Эй, ты тоже очень красивая. Рус, я выдуманная. Блин, точно. Извини еще раз. Интересно, а что это за Колизей?
А может, это Колизей просто какое-то шоу? Либо спектакль? И зря мы так переживаем. Я понятия не имею, что это за Колизей, но это явно нехорошо для нас. Что это было? Спасибо, лучше скажи. За то, что оскорбил меня? Да, блин. За то, что я тебя спас? Дура. На вот еще. Мазь разогревающая, я ими ушибы мажу. А мне зачем? Ну мы в детстве в лагере лысым пацанам на голову мазали. Она капец как жжет. И они потом ходили с горящими бошками. И? Что и? Ты же заразная. Ну вот чтоб легенду не разрушать, намажем куда надо. Куда? Сабина, не заставляй мне слово хуй говорить. Намажь им куда надо, и будут они 2 недели с горячими пиписьками ходить. Так, друзья, если хотите жить, надо работать. Тёлки направо, на стирку. Быстро! Чё стоишь, иди быстро. А, пацаны, на бутылку. Шучу, блядь. Втроем, идите постель мыть. Можно я тоже с ними? Можете с тёлками стиркой заняться? Да не, я просто этот, до апокалипсиса тоже бассейны чистил. Да хуй с тобой, иди давай. Остальные за мной? На бутылку. За мной, давай. Что тут вообще произошло? Тебе лучше не знать этого. Я ж тебя узнал. С нашего лагеря был Батайзи, который привез вакцину в лабораторию. Как ты тут вообще оказался? Нас в городе перехватили. Часть людей завалили. Часть оказалась тут. Но и тут я только остался один в живых. А вакцина? Вакцина? Мы ее спрятали. То есть ты хочешь сказать, что ты единственный человек, который знает, где вакцина? Вы что, сука, тут распизделись? Работать! Надо отсюда сваливать. Сваливать? Ты что, угораешь, что ли? Все хотели сбежать отсюда, но не добежали. Надо просто дождаться помощи с лагеря. Помощи? Ты что, так и не понял? Нет никакого больше лагеря. Вот мы единственные, кто остался в живых. Это плохо. Есть надежда. Надо просто выбраться отсюда и найти вакцину. Дай мне координаты. А толку-то, если я тебе дам координаты? В смысле? Я просто сам не знаю, где мы находимся. Значит, нам нужна карта. Да. Но, к сожалению, карта у них. А этот? Вы на этих машинах едете, да, в город? Ну да. А после мне тоже ее помыть? Ну, ее можешь не трогать. Она по-любому не заводится. А что с ней? Я могу посмотреть, у меня в городе остошка была. Вдруг чем помогу? Ну давай попробуй. Посмотри. Попробуй дерни. Во! Получилось? Я же говорил. Красава! Конечно. С вас 5000. Чё, бля? Этот, шутка своим же бесплатно.
Базару нет у тебя шутки. Я другие ваши машины могу посмотреть. Тут, походу, он будет... Пойдем посмотрим. Подмазывается, да? Короче. И чё? Я должна намазать вот это на член, чтобы они подумали, что я заразная? Ну, либо нас изнасилуют. Нет. Я что-то пропустила момент, когда я вышла замуж за неандертальца. Да лучше так, чем что-то еще. Ну что? Как стирается? Если бы ты не была заразной, я бы тебя... Ну что? Есть твоя подруга, да? Ты чё, недотрога, готова к большому празднику? К большому празднику? Да у тебя там максимум выходной. Дерзкая, да? Послушай, я не такой, как все остальные. Я умею доставлять девушке удовольствие. О, да. Мне будет невероятно приятно, если ты закроешь свой хавальник. Стирай давай. Вечером посмотрим, как ты будешь базарить. Блять. Ладно, давай эту мазь. Посмотрим. Вечером. Нас всех убьют! Отвечай, нас всех убьют! Там другие рабы сказали, что отсюда никто никогда не сбегал. Хорош паниковать. Успокойся, внутрь. Эти придурки совсем дилетанты. Даже территорию охранять не умеют. Вон там двоих, видите? Просто так стоят. Там лес, а судя по звуку, река. Вырубим их, спустимся вниз по реке. Вон туда не соваться. Там охранник очень внимательный и умело держит оружие в руках. А вон там, там совсем палево будет. Будем как на ладони. Ты что, получается, там посрать не вариант, да? Просто ты долбанутый, что ли? Мы тут побег обсуждаем, при чем посрать? Я понял, что побег. Что, просто нигде не вариант, да, посрать? Опа-на! Что, план побега обсуждаем? Ничего, молодцы. Да не, братан, мы искали, где посрать можно. Вы что, охренели? Ночью посрёте. Работайте сейчас. А ты иди, тебя большой брат зовет. Больник проще сделал. Эй, Тиля, что тут происходит, на? Что за фигня? Смельчак, чего разорался? Какой ты Тиля? Выйдите, пообщаемся мы с ним. Эй, сука, ты что, забылся, что ли? Или тебе напомнить, кто нас закинул? Да ты дослушай! Я тогда вернулся за вами. Заткнись, я тебе сказал. Здесь все будет так, как я захочу. Ты понял меня? Еще спасибо скажи мне, что живой. Тут кидалы долго не живут. Да я никого не кидал. Короче, мы договоримся так. Мы друг друга знать не знаем. Я вам даю жить. И покемонам своим передай. Пикнут. Бошку оторву, понял? Тиля, ты кого из себя возомнил? Нахуй тебе это надо? Поехали с нами, с Марой, с Русом. Со мной это я, Тима. Тима? Тима давно умер для меня. Еще возле заброшенного здания. Мне здесь нравится. Ты понял меня? Эй, да ты ебать гонишь, блядь. Совсем с ума сошел со своей лесной братвой. Выведите его отсюда. Шевелись давай.
Пей. Нет. Пей, сука! Тогда ты тоже пей. Романтик? Окей. Что я заразная? Слушай, ты будешь вякать, я тебе башку снесу. Поняла? Ты меня поняла? Подожди, только давай я сделаю все сама. Давай. Надо срочно валить отсюда. Ночью здесь один огромный притон. Они все бухие, ничего не заметят. Да, это же ты заметил. На вашего друга надежды нет. Ведь просто я еще с ним не общался. Забудь, трус. Он нам больше не помощник. Надо усыпить часового и валить отсюда. Сабина, ты же тёлка. Ты же можешь его как-то подозвать? Тима, ты опять начинаешь? У них столько тёлок, никто не поведется. Тем более, я же заразная. 100% не поведутся. И что вы предлагаете? Скажем, что у нас побег. На это точно клюнут. Все, приготовились. Я вскрыл окно, сейчас выходим. Первый иду я, за мной девчонки. Да-да, давайте потом побыстрее, чтобы пацаны не слушали. Ну что там, суки? Не понял. Че, поверим? Ладно, быстрее, подумай. Я вырублю часового, который на южной стороне. Рус, ты возьмешь того, кто справа. Справишься? Да. Фара, ты стоишь на шухере, ты меня понял? Да. Нам нужно найти ключи от нашей машины. Фара, ты вроде возился возле их тачек. А ты сделай так, чтобы шины на их авто были спущены. Нам преследователи не нужны. Так точно. Мара, ты узнал Декарта? Да, Баха мне рассказал то, что они хранят ее где-то на складах. Сможешь достать? В принципе, да. Тогда ждем тебя на парковке. Ну все, слишком идеально. Что-то должно произойти. Ребят, может, не будем рисковать, а? И более подходящего момента дождемся. Да и тем более, куда мы пойдем? Здесь хотя бы зомби нету. Времени нету ждать. Выходим сегодня. Тогда... Ничего, в следующий раз. Идем, идем. По одному. Быстрее, быстрее. Ты че, блядь, охуел? Пошли, бро.
что? Почему ты уходишь от меня? Я же тебя так люблю. Ты, конечно, хороший, но давай просто останемся друзьями. Почему? Обещаю, я справлюсь. Где? Где? Где машина? Где фара? У него не получилось! Нурбека еще нет! Ребят, простите меня. Базару нет. Четкий получился побег. Опустили оружие. Быстро! Я до этого относился к вам нормально. Но вам, видимо, не понравилось наше гостеприимство. Хорошо, что среди вас есть нормальные, понимающие пацаны. Красавчик Фара. Гондон ты, Фара. Шинобью. Калюс крутится, резина трется, трется, ни капли тупи. Да, хорошая серия. Хорошая. Есть пару таких моментов неприятных, но в общем, хорошая. Изначально мне показалось то, что у Тили что-то с памятью, как будто отшибло или чего ли. Но чувак хорошо показал. Хороший актер, короче, показал то, что ну, тем своим, что он вообще реально типа не знает, кто это такие. Вот главарь этой шайки вообще очень круто отыгрывает, что-то прям нравится, как он играет, и его персонаж сам крутой. Этот Тима, хоть и были разногласия у него с девчонками, но все-таки заступился за эту дуру истеричку, сказав, что у нее букет. Вот, но Рус, конечно, дебил. Ну, это, в принципе, еще в первом сезоне было понятно. Вот, что про Колизей, вообще что-то не понял. Ну, может, он будет у нас впереди еще, чуть дальше, фиг знает. Какой-то Колизей. Или это, вот как раз-таки потом была уборка. Да фиг его знает. Так, попался, короче, один чувак с того лагеря, который вакцину в итоге спрятал. Нужна карта только для этого всего. Ну, короче, да. Ну, куда без него уж-то. Сюжет бы не двинулся. Они бы, я не знаю, что не скоро бы нашли. Короче, тут тоже все нормально. Ну, только, блин, место вообще очень крутое, где вот они находятся. Это и горы, и вот что-то все разбито, разруха такая, заброшка, короче, классная. Вот, но как-то они странно этот бассейн моют, просто тупо все растирают по ходу, и ничего там не отмывается. И нафига его вообще мыть, фиг его знает. Ну, наверное, там благоустраиваются как-то комфорт. Чувак, то, что к ним подмазывается, уже с самого начала было понятно. Короче, печется о своей жопе. Есть такие люди. Вот. Ну, что сказать. Крыса, проститутка. Момент с девчонками классный в этой в прачечной. Как она отвечала круто, типа, у тебя там максимум выходной. Это было, это, наверное, самая лучшая шутка вообще вот за первый и второй сезон. Я не помню в первом сезоне, чтобы было что-то такое крутое, но вот здесь вот прям очень хорошо она, короче, ответила.
Рус такой дебил, что вот этот момент посрать, это очень плохо. Очень плохо. Но опять же, их спалили, и в итоге Тима так и прикрылся, что типа посрать есть. Но я думаю, могли бы что-нибудь написать. Классная сцена с тем, то, что Тили и Тима остались в одной комнате. Он реально нашел как будто себе дом, пристанище, и ему там реально хорошо. Его тоже можно, в принципе, понять. Но я думаю, узнается еще, как он в итоге выжил. Посмотрим. Персонаж его, конечно, здорово изменился. Ну, мне хочется в это верить, что он так и останется, короче, таким. Такс, ужасная вообще сцена. Типа, с якобы притоном, вот особенно этот коридор. Она, конечно, красава, то, что воспользовалась в итоге этим кремом, но, блин, ужасно. Короче, Тили стал плохим, раз вот содержит такое место. Тут ужасно все. Ужасные дикари. И лучше на самом деле оттуда бежать. Вот. План, конечно, у них был крутой, все прям круто получилось. Но есть им пень, что в жизни так не пойдет все гладко по плану. И, собственно, как все узналось, их предал их же друг и член команды. Ну, как-то так. Хорошая серия. Прям понравилась. И концовка очень понравилась. Прям, блин. Все равно есть какое-то переживание. Очень круто. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.